Вы видели, наверное, что наша программа называется «Christmas in Klezmer». Мы объединили фактически невозможное. Мы соединили рождественскую музыку буквально всех национальностей. Вы сегодня услышите песни самых разных народов мира. Американские, английские, французские, итальянские, португальские, мексиканские, испанские, немецкие, российские, украинские. И, вы знаете, все они плавно будут перетекать в еврейские. Потому что, знаете, сегодня у нас Ханука. Во всем мире сегодня зажгли первую свечу на ханукальной миноре. И, конечно, мы не могли пройти мимо этого праздника, поэтому сегодня мы еще и отмечаем Хануку вместе с вами.